22 июня 2017 года. Вот мы находимся в моем доме. Вот сестры уже готовятся к завтраку, раскладывают ложки. У нас сколько сейчас время? Еще рано, конечно. Еще такое 17 минут 8-го. Вот. Вот сестры тут. Ливия тут по кухне помогает. Хорошее теплое местечко. Первое, хорошее теплое местечко у Ливи. Да, вот варим уху из сельди, если сельди, кто не, да? Знает. Угу. Я вот тут провода протянул, тут готовлю, делаем дверку летнего, тут, чтобы можно было двери открыть, комары не залетали, мухи. Сейчас посмотрим, кто дальше чем занимается. Вот Ваня тут чесывает. Вот, вот. Это Валерия тоже. Доверили ей ножичек рубить. Брат Никита тут сучки обрубает. Не по-детски. Так, аккуратно только пилим. До конца-то зачем вы так доводите? До конца не надо. Илья, поближе встань, а то ты слишком далеко стоишь. Не бойся, она не укусит ее. Ну, конечно, что же счесывает. Вася тоже тут работает. Спокойно. С Божьей помощью работаем. Это вы, Игнать Иванович, куда готовите столбушки-то? Куда? Да. Вот это у нас уже кончилось. Определенно сейчас не сказать не куда. Вот потребовалось. Два козика сделать дополнительно. Детей-то занять надо чем-то. Они, если ничего не сделать, вот такой работы не дать, то они сразу сбросят императора. А там пуч начнется. Это куда угодно может. Могу если стол сделать такой. Сейчас надо будет что-то там делать, где на высоте у нас. Настоящие столы там сделать. Чтобы вот приедут люди, чтобы иногда там обедать. Я там крапиву убрал, остальное тебе надо вокруг покосить как-то, выбрать время, сбегать. Вот так. И оно сгодится, конечно, сгодится. Посмотреть, сделать, но ничего это не стоит. Вот. Подошла одна девочка, она у нас, кто тут это? Валерия, кажется, да. Я тоже хочу. Ну, разговаривали с ней. Дали ей нож, Ваня за ней наблюдает. Мне это интересно. Сегодня работает, смотри. Илья работает уже. И Ваня, Холера работает. Говорит, ребенка нужно чаще хвалить. Его чаще драть надо, а не хвалить. Библия так говорит, чаще наказывай его. Вот он не хотел работать. Полторы недели крутил, вертел. А сейчас начал работать. Сегодня первый день. Сам Илья. Ходит, берет, пошел оттуда. Поближе встань, ты далеко стоишь. Вот так. Это же дети, это не просто накормить, напоить, обезьяна какая-то. Из него надо человека сотворить. Бог сотворил Адама уже взрослым, не ребенка. А ребенок достался ребенок, материал, который поддается искуплению, исправлению, сказать. Вот так, все. Понятно. Я утром занимаюсь. Вон брат Никита, он там сделал летний душ, кабинку под летний душ. Сейчас брат Роман, малыш, готовит там бочку, сделает слив, чтобы был, как в душе. Вот, потому что уже есть в этом опыт. Вот такая кабинка, это будет пол. Вот это тут настильное. Это водичка для полива. Да? Ну все, слава Христу.